Как тепло у огня, хорошо. Подкинула дровишек. Немного уже осталось сжигать. Вот, буквально вот такая вот коробочка. К сожалению. Ну, может быть, где-нибудь еще дерево раздобуду. Где-то ж все равно мы как-то все равно будем делать шашлыки. Прошлые года я покупала дерево, покупала уголь. Когда что? Вообще деревом жечь, конечно, дороговато. Уголь намного дешевле. А особенно вот где-то полтора, наверное, года назад цены повысились на дерево буквально в два раза. Мы, помню, съездили в Россию, а потом приехали, и дрова, когда мы уезжали, были 4,50, а приехали 8 фунтов стоили, или 11 фунтов. Ну, короче говоря, подорожали очень сильно дрова. Вот где-то полтора года, два года назад. И с тех пор вот так вот я не покупала дрова. Хотя у меня еще есть запасы небольшие. Ну, для шашлыка. Да, на углях тоже хорошо печется все. Но мне больше нравится на дереве. Так, сейчас это прогорит. Я, наверное, ничего добавлять больше не буду. Или добавить немножко. Даже вот не знаю. Потому что такие деревяшки-трухляшки. Может не хватить жару. Поэтому я даже не знаю, добавлять или нет. Деревяшки, трухляшки. Мяса у нас немного. Там, по-моему, 14 или 15 кусочков получилось все вместе. Думаю, что этого количества хватит. Сейчас, наверное, принесу сюда мясо. Буду его на шампуры все-таки надевать. Будет так удобней. Иногда делаю на шампурах, иногда на решетке. Не определила, что удобней. Вроде и так удобно, и так удобно. Так, вот у нас мясо замаринованное. Шампуры. Сколько у нас тут я взяла? 5 штук взяла, да? Сейчас буду насаживать вот это вот. Сейчас Миша тут оденется, да, Миш? Выйдет и будет мне за место оператора, за место треноги. А я буду мясом заниматься. Скоро уже скоро. Я знаешь, что подумала? Я хочу его, это мясо, вот так вот немножечко закрутить. Попробовать. Я когда его замариновывала, думала об этом. Вот так вот. Думаешь, хорошая идея, нет? Я думаю, не очень. Вот так вот, смотри. Вот так. Во. Не очень хорошая. Не очень. Что, думаешь, как обычно просто, да, змейкой? Ну да. Одну сюда, да, что-то как-то. Мне кажется, будет так лучше. Или на решетку. А, Миш? Или вот так вот. Или на решетку. Ну, все равно, в принципе. Это просто форма. Ну, вот я думаю. Так, либо на решетку. Сколько здесь кусков получится? Я думала, вот так вот как-нибудь. Вот так вот пополам, если. Нет? Так будет, наверное, не очень. Или на решетку. Миша! Да вот так сойдет. Ой, какой оно холодное из холодильника. Ну, смотри, оно свисает вот так вот. Не очень хорошо. Не, давай на решетку лучше. Ну, давай. Шампуры уберем, да? Да, уберем шампуры и на решетку. Яблочко себе взял, хитрюга. Да? Думаешь, этого хватит? Угу. Да. Я вот не уверена. Чистим. По идее. Сейчас я вам покажу этот кусочек участка в лучах уходящего солнца. Вот так вот куст этот выглядит. Что он так раскинул свои листья, надо будет их подрезать. Вот участочек мой. Тут кто-то подумал в комментариях, что мы копали эту землю. Возмущался, что не так копаем. А мы ее не копали, мы ее разравнивали. Кто-то подумал, что плодородный слой вывозим. А мы не вывозили плодородный слой. Мы грядки высокие, 30-40 сантиметровые, разравнивали. В общем, люди смотрят видео и не слышат. Вот так разровненная земля, на которой надо посадить картошку и виноград. А вот виноград уже есть. Миша, видел? Мишань. Видел? Виноград. Ты там смотри, на гвозди эти наступишь. Этот виноград черный, единственный кустик, который мы оставили. Он ранний.
А остальные у нас белый виноград. И он поздний. Надо его подвязать, кстати, вон он упал совсем. Вот эти сейчас два кусочка прогорят. Что-то как-то они остались недогорелыми. Смотрите, какая у меня классная вилочка. Древняя-предревняя. Классная, да? Сейчас я, наверное, положу сначала здесь все, да? А потом поставим, потому что там еще пока огонь не догорел. Ай, капает, падает кусочки. Я уже даже предвкушаю, Миш, если у нас ничего не сгорит, то будет очень вкусно. Спрашивали, маринад какой? У меня маринад всегда приблизительно один и тот же. Специи, масло, соль, уксус, сахар. Все. Можно, конечно, на, как его, на майонезе. А можно и без майонеза. В общем, самый простой маринад. Здесь я добавила еще куркумы. В прошлый раз не добавляла. Так, по-моему, 15 кусочков у нас вышло. Я, конечно, не знаю, мы, наверное, не съедим все это за раз. Ну, ладно, на завтра останется, да? Рис у нас, кстати, вчерашний еще, что вчерашнего дня есть. Так что, если кто-то хочет, надо салатик сделать. Да, Миш? Салатик. Да. И все, что еще надо? Салатик, рис и шашлычок. Красота. Хоть у нас лета и нет в Британии, да, Миш? Лето у нас есть? Нет. Там в России сейчас жара. Там в России сейчас, говорят, там 30 градусов, 28 градусов. Представляешь? Классно? Да. А у нас 17-18. Ну, если 19-20 будет, то это прям теплый, жаркий день. И то не каждый день. Так, и давай, Миш, мне камеру, а ты иди за водой. Брызгалку неси. Миш, ты что, без носков? Холодно же. Хотя я в носках, но ноги голые. Ай, какая красота с этой стороны. И все, буквально, не знаю сколько, полчаса, и мясо готово. 10 минут на разжигание всего вот этого вот. И, грубо говоря, 20 минут на готовку. Все, полчаса, и все готово. Че б не готовить на улице? И бесплатно, не надо электричество тратить, не надо ничего тратить. Миша, он тут уже начинает гореть. Давай, Мишаня, спасай. Миша, скорей. Миша, горим. Миша, скорее горим. Кстати, пишите в комментариях, как вы шашлыки жарите, чтобы пламя не было. Ну, моя версия, это то, что надо прожечь. Мишань, ну давай, прожечь угли хорошенько, чтобы они не воспламенялись. С одной стороны. С другой стороны, маринад все равно капает. И, в общем, пишите, как вы это делаете. Посмотрим, что напишут люди. Мало ли, может, что-нибудь такое дельное напишут. Воспользуюсь. Это я беру кусочки, по-английски называется цай, по-русски я не знаю как. И у них косточка. И вырезаю эту косточку. А так оно быстро пропекается. Миша, там огонь, Мишань. Миш, ну горит. Оно так быстрее пропекается. Ну и приятнее кушать. На мой взгляд. А тебе, Миш, как? С косточкой, без? Да, все равно. Тебе все равно? Но мне вот больше нравится без косточки. И Леша вот тоже без косточки. Без косточки. Ну и Агафе удобнее. Тебе с косточкой нравится, да? Ты без куртки вышла, а зачем? На улице холодно. Нет. Да, холодно. Мне на улице. Мне холодно на тебя смотреть. Давай уже тушишь уже. Что, не тушится? Нет, прошу, да. Готово? Но это у тебя маленький кусочек, а там-то толстые кусочки. Агафья, ты в холодном платье. Агаш, или куртку одевай, или заходи домой. Да, все готово уже. Все, я снимаю. Да? Угу. Тут вот некоторые такие поджаристые, а так, в принципе, все нормальные.
О, все. В общем, складываю я вот такой вот горшочек. Покажи, Миш, горшочек. Вот такой вот горшочек складываю. И оно там еще стоит. Ну, не сказать, что допекается, но тоже какое-то время проходит, оно становится более мягким, оно тоже пропекается, еще в тепле находится. Вот. Все, 20 минут, еда готова. Все. В комнате красивые лучи, да? От солнца. Да. Это дым, пара, это дым попал в комнату. Красиво тогда. Угу. Видишь, ты начинаешь красоту видеть, а потом ее можно запечатлить на камеру или на фото. Вот так и вырождаются фотографы, Миш, понимаешь? И блогеры, снимающие всякую полезную красоту. Сегодня я нашла канал, где мужчина в Шотландии живет, так я не поняла, где в Шотландии. Он вообще ничего не говорит, не произносит никаких слов вообще. Максимум пишет что-то на экране. И он обрабатывает землю там. А, он, знаешь что, он свой газон, красивый английский газон, стрижет не газонокосилкой, а стрижет косой. Представляешь, косит? Рубит косой. Ну да, косит косой. Представляешь? И меленько, красиво получается. А также он выращивает лен, из льна делает нитку потом. В общем, полный цикл вот этого обработывания льна. Я как залипла на него, оторваться не могла. Смотри, какие маленькие кусочки. Я вот не люблю салат, когда он крупными кусками. Я вот люблю, когда он мелкими. И также смотри здесь, как, видишь? Ты сделала большими кусками? Нет, я то маленькими сделала. Ну, чуть-чуть больше, чем обычно, да. Заметил, да? Да. Я обычно немножко помельче делаю. Так, что нам еще нужно? Айсберг, салат айсберг. У нас лука нет, поэтому у нас вместо лука будет вот такой вот лук. Дикий. Дикий лук будет. Еще посуду надо помыть. Так, я знаю, что, наверное, это дикий лук вот такими кусочками порежу, да? Сейчас, Макаш, подожди секунду. Все как вживую, мам. Да, вживую красиво, конечно. Давай, Миш, свечи зажигай. Агафья, тарелки неси на стол. Убирай стол. Кстати, у нас тут этот самый в термосе, да? У нас здесь мятный чай. Можно к столу как раз, к обеду мятный чай. Сейчас зажжем свечи. Так, тараканчика давай поближе к батарее поставлю. Я обогрев включила. Ему будет потеплее. Давай, зажигай. Она, правда, на вечер нам не хватит. Ну ладно, зажигай. Прогулку мы брали с собой. Так, да? Ага. Может, подожди, может так, а может, ну да, давай так. Так. Да, это вкусный чай, это мятный чай. Да, да, ну там уже с сахаром, он уже совсем. Давай вот сюда кружки. Сейчас теплый, по идее, он должен быть теплый. Теплый дым или пар, или как, пофигу. Или пар. Ну и тоже. Так, все, тормози. И еще одна. Конечно, я люблю ваши. Давай, Гаш, что тебе положить? Мясо. Мясо. А, Нил, ножей. Нож один только у нас, да? Давайте. Миш, возьми стейковый нож. Ну, этот, острый. Леша? Класть? Да, да. Окей, Леша.
Леш, тебе рис положить? Да, положи. А риса мало, но я думаю, нам хватит. Не один раз, да. Это вчерашний рис. Вчера мы ели его. Так. Кто что там? А закрой окно, закрой. Так. Еще положить. Агаш, тебе рис положить, нет? Не хочешь? Сейчас я гофили раскромсаю на кусочки, да? Или так будешь макать? Так, можно. Макать? Ну, или разрезать? Порежу. Ой, какое мяско. Что там? Не можешь выдавить из кетчупа. Получилось? Какает. Агаш, тебе салатик положить? Угу. Хрустит, да? Да. Как в стрессе был. Салат вы заметили без лука сегодня? Да, чувствую. Ну чего, не хватает его? Да. Угу. Лучше с луком, да? Угу. А, не было лука. Спасибо, что вкусно получилось. Пожалуйста, пожалуйста. Таракашка, следующий вам нужно этого. Вы же большие комары были? Какие вот были, думаешь? Я думаю, ну, нет, таких не было. Ложку. Тут кусочек уберу. Так. Поставлю. Все. Красота. Все, все поели, все наелись. Я наелся. Еще донешка не шла. Не одолел. Давай, уберем. Что, Алаксус? Че? Алаксус. Спините, что это такое. Гусурман что-то. А? Гусурман. Что? Гусурман, Алаксус. Алякса. Да, что это такое Алакса? Мечеть Алакса. Это что? А, это там в Истанбуле? Нет, мечеть Алакса, это та, которая в Иерусалиме на Храмовой горе. А. На месте храма Соломона. Алакса, который... он тоже красивый? Ну, как мечеть мусульманская. А что? А этот, который храм, он был красивее намного. Конечно, он был большой. Каким? Чтобы ты понимала, вот эта вот стена плача, да. Это только укрепление. Да? И сколько это метров? Это было укрепление самого храма. Сколько метров эта стена? Я не помню, это самый храм был что-то около 100, что ли, метров. Я не могу сейчас вспомнить, но в длину. То есть это было гигантское сооружение. Не, хорошо. И оно было облицовано золотыми плитами. Так что, когда Христос с другой стороны... Помнишь, где мы вот гуляли по этому саду, где оливковые деревья? Да. Этот Гефсиманский сад, да? Да. Как вот с той стороны горы, помнишь, вот как бы вот здесь вот храмовая гора, потом идет такой как спуск, такая как такая канава длинная. И здесь опять гора. Там еще дальше кладбище идут, еврейские. Да. Ну, короче говоря, в этом саду, где мы гуляли, угу. Он оттуда, глядя на храм, тогда, я не помню, заплакал или нет, но сказал, я не помню точно, заплакал, по-моему, да? Что он знал, что предстоит, что камня на камне не останется. Потому что храм был действительно очень красивый. Он был огромный, он был облицован золотом, как бы это был действительно дом Бога, как бы, да? И он знал, что он будет разрушен. И там молились по ему. Ну да, 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 да. Тогда единственный был храм. Храм Соломона. Потом, когда его разрушили, потом же стали вот эти вот бейт-кнессет, да, вот эти вот как маленькие. То есть сейчас у евреев храма нет. Знаешь, да, такой цвет, это чисто мята. Смотри, как оно на цвету. Вот так вот сделай. Смотри, как красиво. Да? Как янтарь. Сколько янтарь? Мёд. Янтарь это такой камушек. Смола такая старинная, древняя.